Здравствуйте, вы смотрите новости 4 канала. Главное сегодня. Попрощаться с телебашней собрались тысячи человек, как взрывали легендарный недострой. Специалисты посчитали это дело, сказали, что все-таки желательно поставить ее в центре города. Заодно вспомним, как все начиналось. История телебашни в специальном репортаже новостей. Made in Ural. На сцене оперного театра ставят сразу три балета. На лыжах, трамплинов, бассейн. На Уктусе закрыли зимний сезон. Евгений Куйвышев направил соболезнования руководству и жителям Кемеровской области. По последним данным, при пожаре в торговом центре Кемерово погибли 64 человека. Еще 10 пострадавших в больницах. Спасаясь, люди выпрыгивали из окон. Напомню, пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово начался накануне днем. Огонь тушили 14 часов, рухнули перекрытия. По одной из версий, причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. После трагедии в Кемерово Евгений Куйвышев поручил Министерству общественной безопасности Свердловской области еще раз убедиться в безопасности мест с массовым пребыванием людей на Урале, а также наладить межведомственное взаимодействие в целях профилактики чрезвычайных ситуаций. Губернатор призвал руководителей досуговых учреждений в кратчайшие сроки проверить работоспособность систем безопасности и готовность персонала работать в условиях чрезвычайных ситуаций.